Так, всем привет, с вами Докет Реш, сегодня у нас продолжение старой рубрики о старых играх, Old School. И сегодня у нас игры будут на PlayStation 1. Что это за игра, хер его знает, но должна быть какая-то интересная. Саундтрек. Что это? Что это? Да, я и забыл, что я играю в игру, бля, связанную с клоунами. Ладно, короче, турнир. Чё у нас тут? Ах, да, это типичные гонки. Типичные гонки 90-х. Охренеть. Слушайте, ну его нахрен, я, короче, когда сыграю тачкой. Так, это мои противники, я так понимаю. У нас, так, карта Лос-Анджелес. Такс. Я какой-то черный мужик. С двумя колесами. О, еще и ускорение, ни хрена. Еще пушки на выбор. Ты чё, охерел? Ну ты да. Игры конца 90-х, начало 2000-х, это вообще полный ад. Трэш. Что это творится? Я вот единственный, кто пытается просто пройти гонку. Господи. Все, у меня оружие закончилось. Единственное радует, здесь открыто можно кататься почти где хочешь. Мать моя дочь. Опа! Ну все, сейчас тебе точно пиздец. Ебаный гонки. О, полицейская машина. Так, а ну-ка. Fuck the police. Сдохни в огне. Так, я заметил, что у меня нет одной руки. Видимо, отскочила при прыжке. Я так понимаю, здесь можно просто не потратить херачи. Мне кажется, я тут зря трачу время. Это не гонка, не херачи, просто убивал. Тут написано, сколько врагов, а я просто херачу крутые. Херачу крутые, херачу. Так, короче, так, мы сейчас будем брать какие-то херенное оружие, которое здесь найдется. Иди сюда. Я так уж коллега без одной руки. Все, я проснулся.
охеренная игра вообще, просто жесть. А, смотри, я живой. Не, я живой, нормально. А, смотри, мы начинаем с самого начала, потому что, типа, я сдох. Капец, и все, и заблокировали. Нахер пойду. Вообще невозможно играть. Что это здесь? Так вообще. Что здесь не так? А у нас здесь все не так. Не, серьезно, капец, тут как играть? Как в то время люди играли вообще? Вообще так, вообще. А! Ты бежишь, что ты поделаешь? Прежде у врагов 6. Чё-то я наделал. Подожди. А, играй. И самое главное, что пауза тут как бы особо и вот нажимается и больше не отжимается нихера. Эй, что я наделал? Мне кажется, их просто нужно таранить и все. Оба-на! Я наконец-то сообразил, как надо играть. Ёшкин кот! Короче, я понял, что нужно просто своими громадными колесами все деньги. У меня самая фартовая тачка на этом. Смотрите, осталось 3 противника. Это хорошо. Так, 3 противника. Ой, тихо. Опа. Осталось 2. Короче, моя способность просто, короче, заставить противника под... Я сдох. Это самая улетная игра. Главное, смотри, осталось 2 противника, а я тут воскрес. То есть мне не приходится играть заново. Мне кажется, я единственный, кто в этой игре просто всех вытащивает, то есть в этом раунде. Ну тупо просто деньги. Рандом. Что не так? Так, последний просто полицейский. Ёпта.
Так, короче, я эту херню прошел, это, ну как прошел, меня тупо загасили, тут как бы время моей записи завершено было на бандикаме. Короче, ладно, эту игру я как прошел, я понял, что это за игра, короче, она такая, в принципе, нормальная. В принципе, игра нормальная, в нее играть можно. Twister Metal, охерительно тупая игра, в нее, конечно, лучше поиграть просто, если ты пьяный, я не знаю, живешь в 90-х, 2000-х. Но эта игра не серьезная, вообще отстойная. Так что вот. Всем спасибо, всем пока, это был Токи Трэш.